не годящийся, нет. Ну и вот уже один из самых интересных видов — бег на 100 метров с участием Асафы Павлова. Нужно сказать, что Асафа Павлова находится в отличной форме в этом году. В Кингстоне 9 мая 9.84 пробежал. Это уже кое-что, да? Конечно, да. И только Джастин Гатлин, тоже блестящий, конечно, бег в Дохе, 9.74 пробежал лучшим. Причем Асафа Павлова обыграл в Кингстоне Райана Бейли, того самого, которого не мог догнать Юсейн Болт на эстафетах на Багамских островах. Ну и вот он, Асафа Павлов. Ну вот есть... Но он так как-то немножко подрасслабился, и мне кажется, с этим даже связано то, что стал показывать хорошие результаты. Потому что очень он был такой усугубленный. Всегда. Ну, вот в интернете есть его бег, впечатляет. Очень здорово. Ну, американец Янг. Вот он там бежал в комбинезоне на Ямайке. Вот здесь бы лучше, наверное, одеть в эту погоду было, наверное, более логично. Асафа Павлов по третьей дорожке, по четвертой Ричард Килти, чемпион... Что, из Лесота, да, бегун? Да, Ричард Килти, чемпион мира и Европы в помещении на 60 метров. Американцы Айса Янг и Джо Моррис. Ну и по второй дорожке Чарльз Сильман. Ну что ж, держат пока Асафу Пауэлла. Ну и, кстати, у Асафы здесь сети рекорд соревнований 9.83. Это 2010 ну, год. Ну, безусловно. Тут, конечно, этот рекорд не побить. Павлу 32 года. Ну, это по нынешним временам для спринта, не фокус. Ну что ж, хорошо, стартовал Асафа Павел. Там Янг бежит, но здесь уже, конечно, с ним трудно соперничать. И 10.05 предварительный результат. Очень легко. Да, хорош Асафа. Конечно, вот хочется в хорошей погоде, в отличных условиях, с хорошим ветром. Посмотреть, да? Да. Как получится. Каковы будут секунды. Ну, в общем, за него болеют, конечно, люди, так сказать, вот как-то он... Но ничего пока особенного выиграть-то не может. Да, побед пока... Больших побед, к сожалению, нет. Нет. Ну, я имею в виду в индивидуальных видах. Так, он олимпийский чемпион в эстафете 4 по 100. Чемпион мира в эстафете. Так что все здесь в порядке. Вот. Ну, а на 100-метровке у него только две бронзы чемпионата мира. 7-го и 9-го года. Ну, бронза 9-го, это считай, как серебро. Что ж там? Там был рекорд такой установлен, что, как говорится, не дай бог. Да, красив. Красив бег Асафы. Хорошо бежит, ничего не скажешь. Бежит очень здорово. Ну, конечно, долголетию восхищаешься его долголетием. Вы смотрите, вот в 2002 году он уже бежал 10-12. 12 лет назад. В 2003 10-02. И вот с 2004 года, когда он 9-87 побежал, да,
Он бежит все время из 10.04, да. Мало того, что из 10 секунд, из 9.90.